Иногда актрисам приходится примерять самые неожиданные образы. Мужчины перевоплощаются в женщин, женщины в мужчин. Сегодня мы расскажем о самых знаменитых мужских ролях, которые сыграли женщины. В мини-сериале «Ангелы в Америке» 2003 года Мэрил Стрип сыграла сразу 4 персонажей, среди них старик Равин. Поклонники Стрип и другие зрители заметили, что эту роль ей удалось сыграть довольно убедительно. Анджелина Джоли сыграла офицера в фильме «Солт». Как писали СМИ, ей удалось сыграть настолько убедительно, что даже дети не узнали свою маму на экране. Спасибо. Мужские роли для актрисы Гленн Клоуз уже привычное дело. Впервые она перевоплотилась в мужчину в спектакле «Необычная жизнь Альберта Нопса», а затем и в фильме о той же истории. После этого Клоуз сыграла бородатого пирата в фильме сказки «Капитан Крюк». Ты поспорил, что я не заставлю Бена вернуться, да? Актриса идеально смотрится как в образе элегантной графини из «Опасных связей», так и в мужских ролях. Сьюзан Сарандон сыграла мужчину в фильме «Облачный атлас». Образ профессора Юсуфа, который борется за права колониальных людей, получился очень выразительным и запоминающимся. Актриса Хиллари Суонг сыграла трансгендера в фильме «Парни не плачут». Главный герой всю жизнь чувствовал себя мужчиной, хотя родился девочкой. За этот фильм Хиллари была удостоена премии «Оскар» и других серьезных наград. К российским актрисам, сыгравшим мужские роли, относится Анастасия Заворотнюк. Хотя ее перевоплощение и носило юмористический характер, героиня сериала «Моя прекрасная няня» вынуждена была переодеться в мужчину, чтобы попасть в мужской клуб. Короче, говорю, помню, у тебя классная! Лариса Голубкина сыграла Шурочку в фильме «Гусарская баллада». Прототип данного персонажа – кавалерист-девица Надежда Дурова. Она долгое время под видом мужчины служила в российской армии, а ее храбрость произвела сильное впечатление даже на императора Александра I. Я не смею, гусар перед тобой. Стрелять умею, сам учил меня. Хотели бы вы увидеть видео про мужчин, сыгравших женские роли? Если вам понравилось видео, поддержите нас лайком и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного.